Ну привет, я буду сейчас заправлять джуль, электронную сигарету. Вроде как говорят, что капсулы у них не возобновляемые. Значит, ну вот сигаретка. Вытаскиваем из нее, соответственно, капсулу. И чтобы было понятно. В принципе, открываются вот эти захваты с двух сторон и вытягивается. Можно сделать это инструментом каким-нибудь, я предпочитаю свои родные когти. Значит, вот таким образом она сейчас вынулась. И заметьте, то, что вам нельзя потерять, это внутренняя резинка, которая прикрывает, собственно, ее можно вытащить вот так. Все. И вот у нас капсулка. Для заполнения я беру вот такой раствор. Что, это керосин? Да, это керосин. Вот. И берем, заполняем капсулку с одной стороны и со второй стороны. После чего прикрываем, соответственно, резиночкой, которая у нас была. Плотно прикрыли. Так, это вот. И одеваем верхнюю крышку. До клика. После чего, значит, вставляем ее в прибор. Прибор принял. C'est tout.